В чем исключительное преимущество воображения для интуиции? Для развития интуиции очень важно, потому что интуиция – это внесистемное движение информации, это базовая основа общения между нашим бессознательным механизмом и сознанием. Там нужна такая вот связь между этим, техника работы с подсознанием. Она заключается в том, чтобы снимать всякие блоки, стереотипы, штампы, страх за ошибку, и чтобы снимать всякие авторитеты. Потому что когда мы выходим на интуитивное постижение мысли какой-то, какого-то смысла, какой-то вещи, человека, чтобы с ним общаться, вот там нам перед этим нужно раскрепоститься. Потому что раскрепощение с помощью метода ключ снимает лишнее напряжение. А лишнее напряжение заставляет нас быть в капкане туннельного зрения. И мы все остальное забываем. И у нас не происходит интуитивного постижения. Поэтому, когда мы раскрепощаемся с помощью метода ключ, с помощью подбора индивидуальных приемов, лично твоих, для тебя, персонально, ты снимаешь это лишнее напряжение, выходишь в этот поток сознания, свободный поток сознания, и там работает интуиция. Интуиция позволяет тебе решить такие противоречивые вопросы, потому что ты поднимаешься выше этих вопросов с точки зрения, там нет никаких противоречий, потому что надо, главное, расширить аксиому, потому что в нашей логике работает изначально то, что мы взяли на веру. Факт, который мы взяли на веру, а на самом деле, может быть, это вовсе не факт. Вот чтобы разобраться в том, о чем я сейчас говорю, вам нужно посмотреть наш вебинар следующий. И там мы об этом будем говорить, да. И вы поймете, как воображение помогает развивать интуицию. То есть, когда вы чувствуете, как вам надо поступить с каким-то человеком, или как надо выступить, и вам вдруг мешает страх ошибки, вы сможете его снимать. Быстро, быстро, быстро снимать. Да, об этом мы и поговорим.